Всем привет, друзья! Вы на канале Ушасти Китс. У нас сегодня соревнование, в котором участвует наша старушка Гренни, которая, как вы заметили, уже тренируется перед бегом. Она решила размять свои старые косточки. И она поспорила против говорящего Тома, кто же все-таки из них круче. Старая бабулька Гренни или пушистый котик Том, как вы думаете? Ну, помчали! Выясним, кто же все-таки круче. Старая Гренни или пушистый котик Том? А победит тот, кто насобирает больше всего очков. Кстати, если ты сегодня болеешь за нашу бабульку Гренни, как и я, напиши цифру 2 в комментариях. А если хочешь, чтобы победил говорящий котик Том, тогда напиши троечку. Посмотрим, кто же все-таки круче. Гренни против Тома. Поехали, друзья! А нашу бабульку уже насобирала 115 тысяч. И 370 у котика Тома. Так, пока наш кот на первом месте. Но наша старая бабулька не сдается. Она ловит робота одного за другим. Вы только посмотрите. Вот он еще один. Так, скорее, Гренни. Ой, кто-то тут белье повесил. Только не врежься в него. Монетки. Старайся не пропускать золото, Гренни. Вот так. Заметили, у Гренни тоже целая гора золота. Но она не всегда его может взять. Вот так. Давай посмотрим, что там за углом. Ого, тут какая-то странная вывеска. Мы чуть с Гренни в нее не врезались. Двоечку, двоечку напишите, кто хочет, чтобы бабулька Гренни сегодня выиграла. Так, почти все роботы у нас. Скорей, скорей, скорей. Так, а это что? Целая гора монет у нас есть. Надеюсь, мы не встретим того гигантского динозавра, потому что Гренни его очень боится. А вот и он! О, нет! Гренни, она в шоке. Она, уфу, как хорошо, что он исчез. Так, кот Том сел на самолет. На самолете, конечно, быстрее. И очки на самолете гораздо быстрее собираются. Ой, тут какое-то время. Мы взяли часы? Ага, смотрите, теперь мы можем с бабулькой бежать аккуратно, ни во что не врезаясь. 500 тысяч очков Гренни против 700 тысяч котика Тома. Том реально круче, пока он на первом месте, друзья. Смотрите, как замедленно съемки. О, нет, скорость возвращается. А у бабульки, она врезалась в стену. У бабульки Гренни просто бешеная скорость. Вы только посмотрите, как шустро она бежит. Так, всех роботов. Почти всех роботов она поймала. Так, наша бабулька, она очень крутая. Давай, поворот. Опа, а тут динозавр еще. Смотрите, какой огромный. Аккуратно, аккуратненько. Давай, 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 давай. Вот так. Опа, прыгаем. Отлично. А здесь кто? Маленькие зомбо-роботы! Так, Том мчит против нас на вагонетке. Ай-яй-яй, бабулька врезалась в кактус, спасаем ее. Ого, у котика Тома 930 тысяч очков. Он все равно на первом месте. Бабулька Гренни в шоке. Спасаем ее снова. Так, Гренни почти догнала. У нее 830 тысяч. Совсем чуть-чуть, и она обгонит кота Тома. Не забывайте писать цифру 2. Кто болеет за старую бабульку Гренни? Ух ты, вот это препятствие. Да, мне кажется, Гренни уже устала. Старовата она для таких забегов. Кстати, неплохо бежит бабулька-то. И костюмчик у нее, вы заметили? Новенький. Так, 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 так. Вот так, еще, 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 еще. Почти всех роботов поймала Гренни, но она врезалась. А вы знаете что? Сейчас мы попробуем прицепить крылья для нашей Гренни. Ау, она снова врезалась. Так, номер не удался. Так, скорее, 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 скорее. 1 100 000 у нашей бабульки Гренни. Сколько у котика дома? 1 200 000. Ей всего 50 тысяч не хватает. 50, где-то 100 даже. И она обгонит нашего Тома и докажет, что Гренни, да-да, эта старая бабка все-таки круче, круче котика Тома. Скорее, скорее, скорее. Ого, вот эта скорость у нас. Так, давай. Но Гренни вообще разогнался. Гренни против динозавра. Смотрите, как здорово. Ау, она его обошла, но врезалась. Так, 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 так. Почти, счет почти сравнялся. Гренни чуть-чуть, чуть-чуть отстает от котика Тома. Совсем немного.
Так, давай. У Грэнни просто супер скорость. Я не знаю, выполнит ли она свою миссию на такой скорости, очень сложно управлять. Так, уже 250 бриллиантиков потратила Грэнни, чтобы спастись. Но она, вы согласитесь, она бежит намного быстрее, чем Тоти Том. Скорее, друзья, вы обязательно голосуйте. Кстати, не забывайте, у нас появился новый канал. Совсем забыла вам рассказать. Волшебный сундучок. На канале Волшебный сундучок ты найдешь много прикольных роликов. Кстати, там даже есть ролик про антистресс. Антистресс Бади. Будем испытывать его на прочность. Друзья, канал Волшебный сундучок. Обязательно подписывайтесь. Так, что такое? Ого! Грэнни тратила все бриллианты? Так, скорее снова. Снова в игру. Так, реально, пока Котик Том выигрывает. Бабулька хоть и смеется. Ага, смотрите, она взяла какой-то новый бонус. Дополнительная жизнь. Отлично. Так, Том обгоняет. Бабулька начала второй заход. Напишите цифру 2, кто хочет, чтобы Грэнни выиграла. И троечку, кто болеет за нашего котика Тома. Но сегодня он, по-моему, реально самый сильный игрок в нашей игре. Кстати, друзья, в конце видео много приветиков вас ждет. Кто хочет тоже привет, подписывайтесь на Ушасти Kids. Пишите в комментариях имя и фамилию, но Грэнни ловит роботов. Почти всех поймала, смотрите-ка. Целая гора золота. Скорее, собирай монетки, они тебе пригодятся, чтобы покупать новые костюмчики. Представляете, Грэнни даже может превратиться в зомби-бабку. Потом я вам покажу этот костюмчик, он такой смешной. Так, Том опять на вагонетке. И он у нас на первом месте, друзья. Вот этот котик нам сегодня попался. Может быть, Грэнни посоревноваться с принцессой Анжелой? Представляете, принцесса против бабульки Грэнни. Так, отлично. Давай хватай золото. Кто-то тут развесил целую гору белья. Ух ты, а вот этот жуткий динозавр. Он такой огромный. Так. О, нет, бабка врезалась в стену. Спасаем ее. Почти 2 миллиона очков у котика Тома. Ничего себе. А вот этот котик у нас. Опа, топ-игра, друзья. И в сегодняшнем соревновании у нас победил все-таки котик Том. Котик Том оказался сильнее. Ну что, я думаю, самое время передать приветики для наших подписчиков. А то вы, наверное, уже заждались. Так, кто там у нас сегодня получает первый привет? Карина Ми получает самый пушистый приветик. Василиса Фомина ловит огромный привет. Андрюша Стеценко, Варя Тимофеева, Катюша Городецкая получают большущий привет от нашего канала. Алла Фролова, Ангелина Дивина. Приветик ловит большая семья. Кристина, Олег, Вика Клешковы. Большой вам приветик. Алина Зорина получает привет. Амалия Хромова, Викуля Сергеенко. А также 4 В-класс, школа номер 120. Друзья, вам самый большой привет от канала Ушасти Kids. Спасибо, что смотрите. Привет у нас летит для Лизы Шевченко, Маши Голубкиной, Дианы Черемисовой. Большой приветик. А также привет у нас получает Даша Зорина, Карина Алепова, Вера Емиркулова ловит приветик. Алия Оружан и Маргарита Прудникова получают большущий привет. Смотрите, тут сколько нарядов у нашей бабульки есть. Супер бабулька, бабулька-пингвин, бабулька-динозавр, бабулька-банан. А вот она, бабулька-зомби, которая в следующий раз будет соревноваться против зомби Бена. Друзья, кому понравилась сегодняшняя серия, обязательно ставьте ваш лайк и подписывайтесь на канал Ушасти Kids. А также заходите на мой новый канал, который называется «Волшебный сундучок». Подписывайтесь на нашу страничку в Instagram. Она тоже прикреплена к главной страничке канала, друзья. В общем, увидимся с вами в новой серии. Ну а на этом у меня все. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья.